Храм Михаила Архангела приводят в порядок. Это объект культурного наследия, и теперь его реставрируют благодаря проекту «Историческая память». На эти цели подрядчик потратит около 10 миллионов рублей. Здесь сейчас восстанавливают стены, своды в интерьерах и системы внутреннего электроснабжения. Церковь была построена частным лицом больше века назад. С тех пор никаких серьезных ремонтных работ здесь не проводилось. Настоятели храма своими силами восстанавливали то, что разрушалось. Нужны особое оборудование и квалификация, чтобы поменять, допустим, монолитные перекрытия, вот монолит клиросы, это балконы, монолитное перекрытие, подвалы, монолитное перекрытие. Вынесли вход из подвала немножко вот в сторону от храма и полностью его отремонтировали. В числе объектов, которые реставрируют, попал и Покровский кафедральный собор. Здесь восстановили фасад здания, установили колокольню из меди и озолотили центральный купол. Работы уже завершены, а обновленный храм открыт для прихожан. В будущем году приступит к внутренней реставрации. В данном контракте работы выполнены полностью. Если какие-то работы будут запланированы на следующий год, ну, мы, конечно, будем участвовать. Но в этом году работы выполнены полностью своевременно. Мы все уже выполнили, и контракт закрыт. Ремонтные работы ведутся и в Иверском монастыре. Здесь обновили трапезный храм. Подрядчик отремонтировал фасад здания и сделал внутреннюю отделку интерьеров. Мы восстанавливаем и реставрируем не только культовые сооружения, не только здания храмов. И важно отметить, что когда в программу попадают какие-то объекты религиозного назначения, то в первую очередь нас интересует, конечно же, их историко-культурная составляющая. Все эти объекты, конечно же, являются замечательными памятниками. История, культура, архитектура. Сохранить их, оставить для будущих поколений – это важнейшая задача. В целом в Самаре на сегодня реставрируются 5 объектов культурного наследия. Всего в программу включены 12 зданий. На эти цели по федеральному проекту «Историческая память» предусмотрено почти 275 миллионов рублей. 20 объектов культурного наследия Самарской области уже обрели вторую жизнь. Мария Елчан, Константин Головин. События.